Будем повторять лучшие моменты игроков NBA. Давайте, чуваки, let's go. Чё, Крис, братик, ты как, заряжен? Всегда заряжен. Пацаны, это наше новое подписание. Чё, как в целом настрой? Отлично. Отлично. Повторишь сегодня что-нибудь? Конечно. Или ты чисто медийный? Ты чисто медийный чувак, да? Что знаешь. Короче, первый момент. Дабл стебэк Хардена. Да-да-да, с защитником надо будет повторить. Кто первый начнет? Давайте Гошан. Короче, Гошан первый начинает. Сейчас повторяем момент с даблстебэком Джеймса Хардена против Бостона. Я вообще забить сегодня не могу. Сейчас попытка Кирича. Я думаю, в принципе, он может забить. Где-то совсем чуть-чуть малость не хватает. Следующий Яман повторяет. Сейчас вот этот будет, короче, трехочковый. Они отсосут. Шкача, биг бэнс, воу-воу. Флекс ап, шкача, биг бэнс, воу-воу. Блядь, давай заново. Кто? Блять, он забил, да? Это не считается, чувак. Заново, чувак, это не считается, нет. А, давай Криса, Крис, бро, мы договорились. Крис, чувак, тебе будет легче всех, потому что, ну, типа, он не сможет тебе обзор перекрыть. Это новичок, новичок. Поэтому у Тимохи самые большие шансы повторить. Опыт покажется не только Тимохи. Я забил. Я музыку вот эту поставлю. Давайте им делать. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Давай, давай с тобой, бро. Нет, ты... Смотри, показывай удар под ногой. Раз и два. Начукайтесь. Давай, бро. Нет. Нет. Defended by Simmons, is this the dagger? Давай, братик. Наша машина, наша динамовская машина. Ты без камеры, если что, стоишь, дебил. Базарит сам собой. Именно чем мы занимаемся во время съемок, это вот. Йо-йо, it's like fuck all the verbal still. Done it for my GBGs and anything goes for my boys on the road. And shit on the till. I went low and Riot had me. I didn't even pass him in the last bro. Good melanin from my adrenaline, but I still go so I could kill. It's a shame you can't say the same thing. Это, короче, пас Дончича через все поле. Смотрите. Он получил. Должна быть такая закидушка, тут защитники, и надо забить. Я, короче, первый буду пас отдавать от себя, говорю, Яман будет завершать. Давай. Да. Чуваки, ну сейчас надо реально будет повторить, потому что это в целом не тяжелый момент, но надо исполнить прям реально красиво. Короче, Яман мой тиммейт, я ему закидываю пас, и он должен забить. Все, давай, чуваки, let's go. Валентяго Мастепас, у меня столько бабок, вытираю ими жопу. Я бы мог вообще не делать рэп, сидеть за границей. Так без слова, из кожи, я могу читать еще быстрее два раза. Но я в трёхе барах. Пацаны, эту связку уже на любимый. Короче, пацаны, следующий момент. Это данк Рассела Уэсбрука. Пиздец. Надо прям с оттяжкой хорошо дать.
Ну, ребят, сами понимаете, через два уровня, так что будем дальше на боковые кольца, которые на сантиметров 15 ниже. Ну не, не 15, наверное, на 10. Сантиметров 10, боковые кольца ниже, будем данчить туда, пацаны. Блин, ну у нас есть свой Рассел Вестбрук. Ну покажи, бро. Это Рассел Вестбрук, но забьет ли он дам? Давайте посмотрим. Где-то чуть-чуть прыжочка не хватит, но все равно я попробую забить сверху, как Расти, чуваки. Надо отдать дело, короче, более высоким типам. Сейчас должен Яман повторить. Я надеюсь, не зря в плейграунд хожу, но... Не забью данк, то все. Надо забивать. Ну, это местный Рассел Вестбрук, реально, он очень похож на Вестбрука по стилю игры, поэтому я думаю, он должен повторить. Давай, еще одну попытку. Короче, ребята, была самая близкая попытка к данку, именно этому. Никто больше не повторил. Если я за две пытки его не делаю, то мы переходим просто в левую сторону. Если в остальную, то это очень сильно. Пацаны, ну с оттяжкой реально тяжело, но сейчас будем повторять следующий момент. Данк мы повторили успешно. Короче, следующий момент мы повторяем лютый лайап Джа Морента. Смотрите. Сейчас будет повтор. То есть двое защитников, надо пронести его и левой рукой забить. Сейчас пробую забить. Ну, получится. На играх, на тренировках, чуваки, пытаюсь какой-то вайбик Джа Морента словить, поэтому будет символично, если получится сейчас повторить его лейап. Давай. Чуть-чуть не хватило. Если будет вторая попытка, я доберусь. Каждый день такие тренировки. Я этого не сделаю, но постараюсь. Ну я должен забирать этот балл точно с третьей попытки. Нет. Да. Никаких простых бросков, бро. With the deflection against Bang! What an incredible block! Это повтор или нет, чуваки? Я думаю, нормально. Я не знаю, но говорят нормально, чуваки, поэтому это повтор. Пацаны, сейчас повторим момент Трэй Янга. На самом деле, довольно тяжелый бросок. Надо прям практически с лога. Три. Но Яман верит в себя, посмотрим. Короче, я первый повторяю. Посмотрим, получится или нет, но надо хотя бы один балл. Я клянусь, с первого кадра. С первой попытки, чуваки, я забиваю.
Это балл не отправляется, чуваки. Я первый раз забил. Подсними проло. Я хотел забить. Короче, пацаны, сейчас будет самый тяжелый момент. Это момент с трех и Леброна. Получается, Саута игрок выносит мяч. Ему нужно через все поле закинуть. Получить и с разворота 3. Защитников? Я не увидел. Реально момент тяжелый, там еще проблема в том, что словить надо. Давайте сейчас повторим. Сейчас дам пас, который Яман хочет. Надеюсь, сейчас кто-то забьет реально, потому что уже реально сил, вот практически нет, все устали, чуваки, но надо повторять. The lead is three. Love, LeBron, and got it! Пацаны, это Миша Фролов. Я через моего соперника забил Гошу Беляева. Я его ненавидел никогда. Да, пацаны, это все нашему ченджеру Михаил Фролов. Наша легенда Багерс. И ждите скоро ролик. Он будет бомбезный. И это будет наказание.